Информация для абонентов ТВК. Период с 6 по 18 октября в связи с солнечной интерференцией возможно временное ухудшение качества приема сигнала, вплоть до полного его отключения, максимальной продолжительностью до 12 минут. Ухудшение работы земных спутниковых станций и сетей телерадиовещания через спутники наблюдается два раза в год, в период осеннего и весеннего равноденствия. В это время три объекта – спутниковая антенна, спутник, на который она направлена, и Солнце находится на одной прямой. Из-за этого снижается уровень сигнала и происходят сбои. Приносим извинения за ухудшение качества вещания, которое происходит не по вине телекомпании.